В столицу с рабочим визитом прибыл Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он встретился со своим казахстанским коллегой Артуром Ластаевым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая укрепление прав человека, противодействие пыткам. Отдельное внимание уделили защите прав журналистов. Напомню, ранее в Казахстане пресекли деятельность группы лиц, подозреваемые в организации нападений на представителей средств массовой информации. Как отметил Артур Ластаев, правоохранительные органы показали свой профессионализм. Они нашли не только подозреваемых в совершении преступления, но и их организаторов. Я проинформировал Верховного комиссара о том, что в настоящее время идут уголовные расследования по некоторым уголовным делам, по которым, значит, были вопросы, связанные с необходимостью обеспечения защиты журналистов, блогеров и других лиц. Наш Национальный центр по правам человека приветствует эти расследования. Мы надеемся, что лица, виновные в совершении уголовных правонарушений, понесут заслуженное наказание, и им будет обеспечен справедливый приговор. И по этому поводу мы также проинформировали Верховного комиссара.